Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует 20 апреля 2023 года посетить столицу Туркменистана Ашхабад. Сообщается, что целью визита министра станет открытие посольства Израиля в Туркменистане. Напомним, что в начале марта нынешнего года глава МИД Израиля объявил в публикации в Твиттер, что Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане. Он также добавил, что отношения между двумя странами являются важными и стратегическими, а данный шаг дополнительно укрепит эти отношения и приведет к расширению сотрудничества.